этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю в себе. Я что-то сам забыл. Надо еще раз, давай, еще раз. Это фигня мы сделали. Всем привет, уважаемые наши подписчики. Спасибо, что смотрите нас. Завтра, 24 февраля, у нас заканчивается срок дисквалификации. Поэтому мы сможем с канала Юрий и Лариса Ивановы Лайф выйти в прямой эфир. Смотрите нас. Это видео как анонс нашего выхода в прямой эфир. После выхода в прямой эфир мы обязательно поставим влог, как мы провели 23 февраля. Ездили к сыну, отмечали с ним этот праздник. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока-пока. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе.